Всем привет! Сегодня покажу вам обзор цен в Украине на некоторые продукты, на мясо и на вот такие вот ежедневные, так сказать, почти покупки. Соль у нас стоит в АТБ 7,10. Так, у меня тут чек. Я смотрю и сразу говорю. Вот. Яйца. Так, ну тут видно. 10 штук, 34,40 за десяток. Сейчас яйца у нас немного подорожали, поэтому такая цена. Таких шоколадок Миллениум 8,51 с орешком. И где-то было тут 3 штуки. Одну Вероника уже съела. Такие мишки Барни, бисквитики. 6,80, если по одному брать. Дальше. Так, ну тут у меня носки по чеку 28,60 и по 20. Вот такие. Носки нужны были, поэтому взяли в АТБ. Дальше йогурт такой Дольче, тут с разными начинками. По 16,90 сейчас акция на таких 2 штучки йогурта. Вода минеральная фирмы Моршинская 12,90. Масло Ферма сейчас без акции 90,50. Такая большая пачка стоит. Так, дальше. Пюрешки такие. Вероника. Мы мимо проходили, что-то ей захотелось вспомнить детство. По 12 чем-то они. 12,50 или 12,90. Так, дальше. Овсянка. 8 гривен ровно. Это у нас в центральном АТБ. Кто из Павлограда будет смотреть. Так, 84,30 кофе. Где тут кофе? Наверное, на него была акция того, что брал его муж. Вот. Такая пачка кофе 120 грамм. 84,30. По 8,40. Это у нас Артур любит. Иногда вот еще можно и машину выиграть. Такой Ролтон. Что тут еще? Редбульчик 49,50. Ага, так, короче, взяла такие сумки там на распродаже. На рынок я не скоро, наверное, попаду. Алёша наш ездит на велосипеде, и у него в кармане не помещается телефон. И вот как раз такую сумочку он и оденет через плечо. Сейчас поставлю телефон на штатив и посмотрим, что там в кармашках. Так, давайте откроем кармашки. Ну, ничего так. Для телефона, я думаю, ребенку на велику покататься в самый раз. Вон, смотрите, сколько тут места. И телефон хватит положить, и деньги. Вот еще какой-то карманчик. Сейчас 60 с чем-то гривен. По-моему, 64. Так, а ну давайте смотреть вместе. Да, 64,90. Кстати. Так, еще напиток. Короче, кока-колы у нас в центре нету. Очень жалко. И такой напиток там 19 гривен стоит. Вот. Ну и что тут по тебе еще? Такой батон взяли. Сейчас. Кстати, батон стоит 14,30. Так, это еще Веронике такой сок берем. Тут 4 сока. 28,80 стоит агуша. Дальше. Из мясного магазина. Я не знаю, вот такой вот тут сало. Это, короче, муж. Мужу такое нравится. Таких 2 штучки. По 10 гривен ровно они стоят. Так, ну и куриный фарш. В магазине мясорубка стоит 86,90. Тут у нас
полтора килограмма на 131 гривну. Дальше, так, сало казак, это про намазку, которую я вам говорила. Филе куриное 94,90 за килограмм. Хорошие филешки, всегда свежие, все, сколько мы не берем в том магазине, всегда ни запаха никакого такого нету. В общем, хороший магазин открыли. И ножки, гамилка куриная по 54,90 за килограмм, тут 2,156 на 118,36. В общем, чек за ножки филе и фарш 470 гривен. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ага. Всем спасибо за просмотр. Еще заезжали в пекарню на автопарке. Ну, кто из Павлограда смотрит, тот знает. Там булочки продают у нас, хлеб турецкий. В общем, взяли тут. Артур попросил что-то к чаю, а мы в АТБ ничего не взяли. И заехали, взяли тут булочки с шоколадом есть, с повидлом и со сгущенкой вареной. И одну такую с маком. Вот. Вкусные там булочки, конечно. Но булочки вышли на 95 гривен вместе с вот этим батончиком. Вот такие вот цены у нас в Украине на продукты. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось видео, оставьте лайк. Оставляйте комментарий, тогда я буду снимать больше и рассказывать вам про цены. Кстати, в разных АТБ разные цены бывают на продукты. Вот так вот. Всем пока-пока.